Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. И вот мы с вами подошли к одной из наиболее волнующих все человечество тем. Это нормализация массы тела. Тема сброса лишнего веса волнует очень многих из нас. И, как оказалось, вроде бы, с одной стороны, тема простая. Что там, сбрасывай колораж питания, вот, расходуй больше калорий, нежели ты потребляешь, и вес твоего тела начинает падать. Это в теории. Но на практике встречаешься совершенно с иными вещами. И, как правило, примерно из 100 человек только 5 добиваются стабильных, хороших результатов. Возникает различные вопросы, на которых надо правильно ответить и претворить их в жизнь. Как снять приступ голода? То есть очень важный прием. Когда хочется есть, человек выпивает просто-напросто теплой воды или чая, да, заполняет желудок. Да. Оказывается, желудок он реагирует на давление, на заполнение. Да, 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 да. И неважно там, либо это жир, да, с тортом, будем говорить, да, и с мясом, да? Да? Либо это вода, просто вода быстрее, да, уходит. Чувство сытости возникает, и все, можно в это время там час-два перетерпеть и лечь спать. Да, да, да. То есть успеть. Да. А если перетерпеть дольше, опять-таки аппетит появится. Вовремя надо спать. И сколько вот продолжалось у вас вот эта вот тяга по вечерам? Наешься? Наверное, где-то около года. Около года. Вот. Сразу подчеркнем, многие думают, ага, победить какую-либо привычку, которую вы сформировали за 50 лет, очень непросто. Для этого надо постараться. Здесь постараться понимать, что это для вас будет, как она на вас разрушающе действует. Угу. Да? Второе, сдержать ее, и третье, оказаться сильнее ее. Тогда получится. И время привычки рассеивается не сразу. В течение года, да, переходит, да, на ногу. Да. А вот питание, когда вы начали менять? Ну, практически сразу, когда задумалась о голосе. Да. Сложно было на новую пищу переходить? Конечно, вот, конечно. То есть надо было, опять-таки, если человек хочет добиться стабильных результатов в стройности, надо сразу же заложить в своем сознании, что вы должны поменять свои пищевые привычки. Да. Пищевые привычки, и их поменять не просто, но над этим надо работать. Да. Они меняются, тем не менее. Я сластена безумная. А вот чем вы сладости, какие сладости вы любили? Давайте начнем. Я, выходя на улицу, съедал по 2-3 порции мороженого. Спокойно. По 2 порции, и ничем не болели, ни анги, ничего не было. Почему? Были? Болел, естественно. Ну и все равно ели, да? По 2-3 порции. А потом вот эту вот сладость, вот как, заменили, не заменили? Ну, естественно, покупала себе вот эти всякие немецкие там джемы. Это я считаю, что это немецкие, это самые лучшие. Горькие шоколады вот эти вот, когда мне очень хотелось сладкого. Я вообще обожаю горький шоколад. Горький, я вообще шоколад, его по жизни люблю, горький шоколад. Я предпочитаю не молочный, а именно горький шоколад. Вкус пищи, это не просто вкус пищи, который доставляет нам удовольствие. Вкус пищи говорит о том, какой энергетики не хватает нашему организму. А-а-а. И получается интересная вообще картина. Смотрите, что существует 6 основных вкусов, которые стимулируют те или иные жизненные энергии в нашем организме. И если нам не хватает какой-либо энергии, мы ее потребляем через пищу. Почему нам
важно пожевать. И вкус, видите, снимается здесь сверху. А дальше уже материальная часть, это уже там ниже. Все это материя усваивается, расталкивается. Поэтому, если человеку хочется вот с горчинкой, это говорит о том, да, уж извините за такую вещь, я открою вашу тайну, вы еще и курите вдобавок. Да. Оказывается, горький вкус делает человека более активным. А, вот так. И к тому же, если человек страдает избыточным весом, горький вкус подсушивает организм. Тут главное не пересушить, но если человек склонен к набору веса, к оводнению, горький вкус вот этому препятствует. Поэтому человек, не понимая, почему он это делает, он предпочитает горькие продукты для того, чтобы обожаю. Водичку вывести, чтобы чувствовать себя более-менее активно. Вот, поэтому все, что относится к горькому вкусу, горький шоколад, горечь от курения или еще какие-то там продукты, а попробуйте полынь принимать. То есть, будем так сказать, телесную энергетику, калории мы получаем за счет пищи, которая в животе. Энергетику в виде вот действительно энергии мы снимаем в ротовой полости. А более тонкую энергию, оказывается, мы получаем через зрение и через обоняние. Поэтому у нас особая, как бы сказать, гармония своей собственной энергетики, которая уже сложилась и в которой мы себя чувствуем комфортно. Как только у нас что-то вносится, вот эти сывушные масла, вы говорите, или еще что-то такое, да, что сбивает вашу энергетическую систему, вы это отвергаете. Да. То есть это отвергается на уровне подсознания. Для того, чтобы сбросить вес и удержать его, необходимо от одних пищевых привычек перейти к другим. Вопрос: а сколько это требует времени? Потому что многие не понимают, они думают, посидели на той или иной диете там 2-3 недели, сбросили того сего, и все, этого достаточно. Нет, для того, чтобы стабильно постройнеть и сохранить достигнутые результаты, необходимо определенное время. Так вот, за какое время меняются пищевые привычки? Чтобы вы понимали, сколько надо подождать, сколько надо, будем говорить, сознательно потерпеть, для того, чтобы ваши привычки стали совершенно иными, здоровыми. В течение года вы свои пищевые привычки приводили в норму. Да, в норму. То есть вы показали, кто в доме хозяин. Не они, а вы. И, значит, весок вот это уходил по 300, постепенно, по конечно. 400. Да. Так вот, теперь вернемся. За год сколько вы потеряли? Ну, вы знаете, наверное, килограмм, может, 10-15. Ну, это очень хорошо. Почему? Потому что сознание, телесное сознание успевает приспособиться к той программе, которая задает обычное сознание, которое, ну, вот, да, как сейчас, ну, да? Оно не пугается. Ну, да. В отличие от того, когда человек сидит на диете, а потом это все тело бросает, да. Тут телесное сознание как бы возмущается, что вот какое-то идет насилие над собой. Да. Вот ушло на то, чтобы пищевые привычки привести в норму. Да, да, это очень сложно. Очень сложно. Но тем не менее, все можно сделать. Конечно, при желании можно. При желании, именно. Я даже скажу, что не то, чтобы минимальное желание было, но оно должно быть регулярным. Да, да, обязательно. Сложность в том, что человек может выдержать там день, там два, неделю, а вот это надо растянуть на год, а то и на два. Да, обязательно. Значит, изменили. И вот примерно, как вы сказали, что потеряли, 10-15 ушло. Да? Дальше. Что вы делали? А вы делали, вот что еще делали? Только питание поменяли.
Или же там добавили физических упражнений или что-то еще? Двигаться, конечно, я больше стала. И... Сознательно? Нет. Вот где-то, вот я сказала, появилась какая-то легкость, желание двигаться. Это все произошло именно, когда вот вес сбрасывается. Потому что при именно вот весе, так сказать, большом, естественно, хочется где-то полениться, где-то поспать лишний часок. А здесь энергия какая-то появилась. По мере сброса веса начала появляться энергия. И вот вы ощутили, когда она у вас стала так вот ощутимо, ох, зацепила вас когда-то. Где-то вот год через полтора. Года через полтора. Да, да. А вы знаете, вот иногда бывают такие вот моменты, когда человек вот что-то делает, она, знаете, дело как-то буксует. А потом вот, и он даже не видит, что результаты какие-то особые там есть. А потом только он видит, ага, вот, какая-то облегченность в теле, действительно энергия. Да, энергия, бешеная энергия появилась утром. Значит, через полтора года? Да, вот просыпаешься утром, позавтракаешь, вот легкий какой-то завтрак такой, да, и здесь уже хочется горы свернуть, тут начинаешь уже что-то мыть постоянно, где-то протирать, куда-то бежать. Именно легкий завтрак, потому что если наелся сразу тяжело, уже опять в сон. Очень интересный вопрос о физических нагрузках. Вот представьте себе 120 килограмм. Какую нагрузку надо дать? Если, допустим, ходьба, нагрузка на или бег, нагрузка на суставы. То есть какие виды упражнений, какие виды спорта важно подобрать человеку для того, чтобы он начал заниматься при огромном весе, далее продолжил, и чем закреплять, то есть какими физическими упражнениями, чтобы все это было плавно, естественно, и с комфортом, и в радость человеку. Потом, конечно, очень хорошо плавать, хорошо плавать, да. Это вообще мне даже для позвоночника хорошо. Появились первые результаты, и вы почувствовали, что вы на правильном пути. Да. Просто делай, и все. Да. И если человеку говорили, что вот это вот хорошо, это плохо, это неправильно и так далее, вы уже через свой собственный опыт ощутили, что вот так-то, вот так-то, вот так-то. Тем более, организм у каждого человека свой. И поэтому, если что-то одному подходит, и он думает слепо, другой это буду копировать, не всем подходит. Нет. То есть все это надо индивидуально. Валя, я знаю, что бывает очень коварный этап. Угу. Человек получил желаемое. Он действительно потрудился в течение полутора лет, там, и даже двух лет, все. И энергия появилась, и фигура стала стройной. И тут, как бы сказать, вот те установки, которые ранее давались на первом году жизни по борьбе с пищевыми привычками, по мобилизации себя на физический труд, они, как бы сказать, вот могут подзабыться, подрасситься. Это не со мной вопрос. Это не со мной. Но вообще такое бывает? Очень редко. Очень редко. В каких-то стрессах. Я хочу сказать, не у вас именно, а вообще вот в жизни вы слышали? Бывает, конечно. Человек расслабляется и незаметно. Нет, вы знаете, муж мне мой говорит, ты, говорит, так, подумай о своем гардеробе-то. Говорит, с 66-го до 48-го, говорит, опять менять? Кстати, а гардероб, можете показать, какой у нас? Да, да. Идем к гардеробу теперь непосредственно. Вот как раз я принесла вот свою блузку. Угу. Можете встать, а я сниму тут уже, так сказать это. Сейчас. Вот так. Это вот такая блузочка была, да? Вот такой блузончик был. Да, действительно блузончик. Пора на выходной. Продолжайте питаться, продолжайте двигаться. Да, да. И прекрасно себя чувствуете. Да. А знаете, вот такой теперь вопрос бывает. Так как человек имел определенные формы, которые, как многие считают, как воздушный шарик, сдулись, угу, то якобы кожа будет обвисать. Ну, было такое у вас? Ну, вот у меня проблема с лицом была, да. У меня, когда вот я начала, как бы,
терять. Вот у меня, конечно, ну сейчас я, может быть, немножко восстанавливается потихоньку. Потом не забывайте, что возраст есть возраст, когда молодая, худеешь, это одно. А в моем-то возрасте это уже... Значит, подчеркнем тогда вот такую особенность сброса лишней массы тела. Если бы это проходило не по 300-400 грамм в течение недели, а быстрее, то вот эти вот процессы обвисания, они бы были бы намного выраженнее. А так организм тела успевало подтягиваться, приспосабливаться к ним. И никаких вот этих обвисаний, знаете, там, фартуков там вторых, да, ничего, да, этого нет. Да. То есть это еще говорит о том, почему все должно делаться медленно? Угу. Обязательно. Медленно. Зарядки такой не делайте на мимическую мускулатуру. Нет, ну, чтобы массаж, естественно, вот массаж. Да? Без массажа никуда. Массаж как часто вы делаете и какой? Ну, общий массаж. У меня очень хороший массажист. Общий массаж. Да. Раз в неделю, чаще. Нет, я чаще делала. Вот сейчас я как бы это у меня сейчас немного проблемно стало. Вот. А раньше я практически делала через день. Через день. Это даже с массой примерно 110-100 килограмм. Да, 90, да. И моя массажистка замечала, что у меня уходит вес именно даже вот... От массажа? Да, да. Дело в том, что массаж это такая же физическая нагрузка, просто без движения. Когда массажист, он за счет разминания мышц, связок, частей тела улучшает лимфодренаж. То есть то, что у вас медленно циркулирует, и жиры медленнее окисляются. Потом же сейчас специальные средства есть какие-то. Да. Более того, да, если специальные средства через кожу уходят и стимулируют расщепление жира. Да, да, да. То есть превращение его в воду. Да, да. А вот такие вот уже, извините, более интимные, что ли, подробности. Вот вес уходить, вы чаще там в туалет ходили, там да, маленький. Это безусловно. То есть да. Жир, когда будет разлагаться на углекислый газ и воду, да, да, это естественно. Значит, да. Важно это понимать, что вы будете чаще ходить в туалет. Даже ночью иногда просыпалась. Вообще-то это приветствуется, хоть и неприятно. Да, да. А вот какую вы воду пили? Потому что многие считают, надо больше воды пить вообще, а водный режим. Вы знаете, я, например, себя полностью лишила пакетных соков. Пакетных соков? Это вообще исключило. Ага, почему пакетные соки исключаются? Да потому что, как правило, они сладкие, то есть подсластители, плюс либо соленые, и еще содержатся консерванты. Все это, кстати, одна только из... свежевыжатые соки. Вот именно, это правда. Почему не консервированные, еще разок подчеркну, при сбросе веса надо исключить эти соки? Потому что вес набирается из-за того, что вот эти все консерванты, которые в соке, они, естественно, распределяются по всему телу. И чтобы организм чувствовал себя нормально, он их норовит в куда-то в жировую ткань. Да, растасовать. Вот. Грейпфруктовый сок самый хороший для этого. Он как раз с горчинкой, с таким вяжущим вкусом, содержит вот эти вот ферменты, которые способствуют, с одной стороны, расщеплению жира, а с другой стороны, быстро вот как раз и выводит прослабляющему эффекту. Что вы еще предпочитаете? А вот как-то еще, вы сказали, у вас через полтора года произошла перестройка с работой сердца. Да, а вот сейчас все восстановилось. А сейчас все восстановилось. С чем это связываете? Ну, видимо, у меня уже перестройка в организме какая-то произошла, и я сумела восстановить работу сердца. Значит, здесь важно подчеркнуть, что, возможно, была следующая картина. Когда было 120 килограмм веса, естественно, сердце повышенно работало на прокачку такой большой массы воды. Ну, 120 килограмм, представьте, грубо говоря, килограмм 80 воды надо было качать по организму. Да? Когда масса тела стала у вас как раз, уже она стала вот через полтора года уже такая, как сейчас была? Нет. Или чуть больше? Ну, я не могу сказать, но вот последние где-то полгода... Вот когда именно сердце болело?
Когда сердце было? Наверное, килограмм 80-90 было. 80-90. То есть сердце, ну, должно было действительно перестроиться с работы на 120 килограмм на, грубо говоря, 80-90 килограмм. Да. То есть как бы облегчение в работе всегда гладко не проходит. Она всегда проходит через какую-то ступень образно. Да, вот все было хорошо, потом такая хоп. Да, ступенька, да, на которой идет приспособление к новым всем возможностям организма, к новой жизни. И это надо понимать. Через это надо проходить. И этого надо не бояться. Но надо знать. Вы, наверное, к врачу сходили, он там посоветовал все, конечно, что, да. Обследовали, сказали, что вроде все нормально. Кардиограмму несколько делала раз. И вот сейчас все, как говорится, я... Все нормально. Да. Так как организм был раньше большой, он мог содержать много шлаков, которые, вот, как бы сказать, постепенно выходили. А если будет быстрое похудание, то... Не нужно, это очень вредно. Быстрый выход шлаков может сказаться, наверное, на коже, прыщи пойти, на почках, на печени, на кишечнике. У меня все прекрасно. То есть все должно быть... Вот это я хочу особенность еще подчеркнуть. Особенности потери веса при... Быстро и нормально. Что бы вы еще от себя добавили? Приятно чувствовать себя в другой весовой категории. В другой весовой категории с ощущением совершенно другим человеком. Да. И кстати, потому что я видел ваши фотографии, и вы говорили, что вы были полны практически всю свою жизнь, то вы, как бы сказать, в новом теле стали, то есть 50 лет человек был одним, и вдруг вот за каких-то там полтора-два там года он превратился совершенно в иного человека, в два раза меньшего, чем был вот внешне, чем был раньше. Да, в два раза меньшего. Как вот эта трансформация вообще? На вас, на окружающих. А кстати, многие не узнают. Не узнают. Хорошо. Соседка говорит, что с тобой, кто, говорит, тебя сглазил? А тебе, говорит, половина осталась. И вы правильно подчеркиваете, многие связывают полноту со здоровьем. Если человек стал стройным, то думают, о, это что-то такое ненормальное, что человек там заболел и так далее. На самом деле, вот вы нормальный, и понимаете теперь, что вот это нормально смогла бы быть и 50 лет, чтобы вы... Сколько упустили вообще? Да, это точно. Сколько могли бы сделать и так далее. Ой. Подобное. Потому что раньше, когда человек полный, он более подвержен, мне кажется, он более подвержен простудным заболеваниям, он более рыхлый и так, как говорится, все это. А сейчас я меньше стал болеть. А вы знаете, с чем это связано? Дело в том, что когда человек полный, у него... Что такое вес? Это много слизи, лишней слизи в организме. И как только возникает вот такая погода, как, знаете, слизкая, вот эта вот влажная, прохладная, вот эта вот слизь, как бы сказать, имеет свойство перевозбуждаться, и, как правило, у человека ангины или насморк возникает. Да, да, да. Меньше слизи стало, нечему выходить. То есть, когда еще возникает... Имеется избыток слизи и возникает в природе сырая, холодная погода, которая еще как влажная, да, возникает переизбыток слизи, который выделяется во время простуды через легкие, через носоглотку. Как только человек нормализовал свою массу тела, нечему выделяться, поэтому он не болеет. Видите, в чем еще заключается? То есть не то, что микробы напали или еще что-то такое, а просто-напросто вот предрасполагает собственная лишняя масса тела. Да. Важно еще подчеркнуть тебе интеллектуальные особенности, что если бы не было вот этих задатков от природы, которые дает желчная конституция, то человек может действительно не разобраться, что делать, как делать. То есть он в жизни теряется, он не находит себя. А этот человек ориентируется в жизни, ориентируется в своем здоровье, что надо. Он действительно найдет нужную информацию из любых источников. От народной медицины, от официальной медицины, еще от чего-то, от друзей, от подруг и так далее. И все это сведет в воедино для того, чтобы с успехом применить ее для себя. Да.
программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!